тайна. Мэйке, что это значит? Как ты могла рассказать журналистам, что ты сирота? Я просто сказала правду. Я сирота. Я никогда не хотела этого отрицать. Это факт. Да, ты права. Люди уважают тебя. Поэтому группа и желает работать с тобой. Однако этот мир прагматичен. Сама подумай. С одной стороны, модельер, который вырос в богатой семье и принял участие в Миланской неделе моды. С другой стороны, модельер-сирота, который никогда не знал роскоши. Кому клиенты будут доверять больше? Кто предложит тебе работу в высокой моде? Клиенты ценят мои умения. Я просто не понимаю. Почему, чтобы стать успешным модельером, нужно быть из золотой молодежи и учиться в Европе? Теперь все не так, как раньше. Проблема не в честности. Ты представляешь, как это скажется на компании и твоей карьере? Не думаю, что я проблема для компании. И в то же время, честность – основное качество человека. Вот скажи, если я не буду честной, как наши клиенты будут нам доверять? Не забывай, ты должна подчиняться правилам компании. Хорошо, хватит. Доставка для суммы IKEA. Что случилось, то случилось. Уже ничего не исправишь. Я тоже виновата. Надеюсь, больше такого не повторится. Госпожа директор, как ваши дела в последнее время? У меня все хорошо. Вы прочли мое срочное письмо? Только получила. Думаете, в этот раз... Это оно? Вполне возможно. Опять разбито, и чесноком воняет. Твоя работа? Говорят, сок чеснока помогает. Несчастье ходячее, одну шкодить гораздо. Иди, отшлепайся. Приятель. Что ж, это дело за мой счет. Но хоть и ваза в таком виде, залог, который ты мне дал, я не могу вернуть. А что если так? Ты больше ничего не доплачиваешь и забираешь ее себе. Лао, в нашем деле есть правила. Договорились же о безупречной китайской вазе, в точности как на фото. А тут скол такой, и что я своим клиентам скажу? Дело не в деньгах. Как мне работать дальше с подпорченной репутацией? Так что ты предлагаешь? Давай так, я дам тебе еще один месяц, найди еще одну такую же. Идет? Но ты не можешь ограничивать меня во времени. Тогда я... Приятель, я ж простой экскаваторщик. Где я такую же вазу найду всего за месяц? Кто там? Простите, можно спросить? Погодите. А. Приятель, послушай, у меня гость. Бери вазу, не прогадаешь ведь. Ну вот же ж вляпался. В следующий раз, если что-то откопаю, ты узнаешь первым. Хорошо? Что вам нужно? А, извините, я ищу это место. Это тут. Но дом снесли месяц назад. Снесли? Вы ищете кого-то или что-то? Может, вы знаете? Из этой семьи еще кто-то остался? Скорее всего. У них столько вещей было. Компании пришлось даже помещение выделить. Скажу кому-нибудь проводить вас. Спасибо. Джун. Босс попросил проводить гостью во временный дом.
Кэти. Я так и не узнала ваше имя. Зовите меня Джуном. А вы? Меня зовут Сумейка. Вы как-то связаны с этой семьей? Я приехала сюда как раз, чтобы узнать. Сюда. Пожалуйста, откройте. Как вы вошли? Дверь была не заперта, просто открыл ее. А это? Тут вот. Почему? Тут гроб. Ничего особенного в этом. Ведь понятно же, что он пустой. В моем родном городе, если кто-то из семьи был уже совсем старым, мы готовили ему гробы. Считают, кто не готовится заранее, не заботится о старших. Бабуля, извините, вы узнаете эту девушку? Бабуля, только не волнуйтесь. Меня зовут Сумейка. Дело в том, что я получила письмо. Я просто хочу узнать, не вы ли его написали? Бабушка не может говорить? В прошлый раз, когда я помогал ей с переселением, она ни разу не заговорила. Бабушка, все хорошо. Я помогал вам с переездом, помните? Бабуля, что случилось? Почему вы расстроились? Вкусного ничего нет. Я приготовил немного лапши, угощайся. Она хотя бы горячая. Извини, что прибавило тебе хлопот? Ничего. Бабуля что-нибудь вспомнила о тебе? Нет. Бабушка ничего не сказала. Ну, хотя бы нашли. Как-нибудь, да все решится. Если честно, я на это и не надеюсь. Я ищу уже почти 10 лет. А в итоге все как и сегодня. И все же. У тебя дело лучшее, чем у меня. Лучше, чем у тебя? Я сирота. Родители бросили меня совсем маленьким. Я не знал, куда они пропали. Ты пытался их найти? Да. Но все напрасно. Я даже не знаю, живы ли они. Ты хотя бы знаешь свое имя? Мое же в детском доме выбрал директор. Что за шум? Надо глянуть. Бабуля! 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 Вы в порядке?
Если вам что-то нужно, только скажите. Узор на подсвечнике похож на твой кулон. Похоже, эта семья как-то связана со мной. Ничего, я помогу. Спасибо. Да не за что. Кажется, тебе придется заночевать тут. Это вполне подходит. Спасибо. Уже поздно. Тебе тоже стоит отдохнуть? Да. Давай обменяемся телефонами, чтобы в случае чего связаться друг с другом. Отлично. Послушай, кажется, я все-таки нашла свою семью. Поздравляю. Если нужна помощь, только дай знать. Не нужна. И помогать не с чем. У меня тут все хорошо. Я, наверное, вернусь не скоро. Так не пойдет. У компании для тебя скопилось столько работы. Отправь мне свой адрес, чтобы я знала, где ты. Кто там? Кто там? Эй!
Бабуля? Бабуля? Вы уже встали? А, это вы? Куда дорогу держите? У меня кое-какие дела. Мне нужно вернуться. Когда ваша семья переедет? Я найду кого-нибудь. У вас же в семье есть пожилая женщина? Я видел ее, когда помогал переселяться. Она уехала. Вы куда? Могу подвезти? Нет, не надо. Спасибо. Бабуля? Бабуля, вы вернулись?
следующий раз, если что-то откопаю, ты узнаешь первым, хорошо? Алло, Джун, извини, что беспокою, ты не мог бы прийти? Хорошо, жду. Исходя из твоих слов, это мог сделать наш босс. Ага. Посмотри на это фото. Скорее всего, эта женщина – моя бабушка. И прах принадлежит ей. А ребенок у нее на руках. Должно быть я. Откуда у тебя эта фотография? Я нашла ее в своей сумке, когда была на автобусной остановке. Я тут подумала. Возможно, бабуля оставила ее в моей сумке прошлой ночью. Думаю, в этом доме есть то, что ищет наш босс. Как думаешь, что это может быть? Без понятия. Что это? Это копыта черного осла для изгнания демона. Чаще всего их используют расхитители гробниц. Откуда ты это знаешь? Из интернета. Почему эти вещи появились в моем доме? Не может же быть, что моя семья – расхитители гробниц. Все может быть. Посмотри на эти вещи в доме. Не похоже, что они предназначены для живых. Знаешь, мой босс очень интересуется такими вещами. Каждый раз, откопывая старинную вещь, он был очень счастлив. Скорее всего, мой босс – расхититель гробниц. Значит, он похитил старушку? Чтобы найти то, что ему нужно. И подумать не могла, что моя семья, которую я искала все эти годы, расхитители гробниц. Не обязательно. Смотри. Если они вправду расхитители, разве оставили бы на виду свои инструменты? Наверняка прятали бы в тайнике. Давай еще поищем. Не будем делать поспешных решений. Думаю, ты прав. Они не расхитители. Исходя из документов, они, скорее всего, исследователи. И эта семья наверняка знает много о расхищении гробниц. Иначе бы не привлекла внимание моего босса. Вещь, которую хочет мой босс, должна быть связана с расхищением гробниц. Давай позвоним в полицию. Мы не можем. Старушка все еще может быть у них. Звонок в полицию может подвергнуть ее жизнь опасности. А если так, я прослежу за своим боссом, может, узнаю что-то про старушку. А ты оставайся тут. Звони, если что-то случится.
Как у тебя дела? Всегда думала, что я сирота. И даже мечтать не могла, что кто-то все это время меня искал. Что случилось? Ты в порядке? В двух словах не объяснить. Если что, компания совсем разберется. Я уже предупредила юридический отдел. Они сказали, что такая ситуация будет связана с кучей юридических документов. Ты не справишься одна, так что вернись как можно скорее. Я не смогу вернуться в скором времени. Я... Алло? Алло? Бабуля? Мерзавец, лжец! Ты на стороне своего босса! Ты все еще врешь мне! Ты не права. Я не с боссом. Чего ты хочешь? Вся эта ситуация немного запутана. Дайте мне рассказать свою историю. Я не видел своих родителей в осознанном возрасте. Они не оставили мне ничего, кроме пары странных вещей.
Поначалу я думал, это просто игрушки. Только когда я подрос, я понял реальное предназначение этих вещей. Молодой человек, вы осознаете, что нарушаете закон? Так вы знаете, что я делаю? Я понял это, увидев твои инструменты. И я знаю, что ты новичок. Кто твой наставник? Мне его нет. Мои родители оставили эти вещи мне. Я понял их предназначение из легенд о расхитителях гробниц. Твоя фамилия Лян? Все. Верно. Господин, вы выглядите профессионалом. Какой секте вы принадлежите? Фатю? Мудзинь? Байшань или Юйлин? Ты прочел слишком много легенд. И занесло ж тебе сюда. Несчастье и смерти на себя навлекаешь. Ты еще молод и можешь выбрать любой путь. Однажды придет беда, и у тебя не будет времени на раскаяние. Думаю, даже твои родители не желали бы тебе такого пути. Господин, вы ошибаетесь. Я просто хочу найти своих родителей. Вы говорили так, будто знали их. Я был знаком с ними в молодости. Так вы знаете, куда они пропали? Я только слышал, что они искали секретную книгу. В книге описывалось местоположение драконьей жилы в горах. Метод ее нахождения и расшифровки. Наверное, твои родители нашли кое-какие зацепки. Они оставили мне записную книжку, в ней было много координат. Я посетил все места из записей. Некоторые просто расхищенные гробницы. Некоторые современные постройки. Есть только одно место, пригодное для жизни, и оно здесь. Но я все же опоздал. Я не хочу сдаваться. Поэтому я нашел работу на стройке. Я всегда думал, что смогу найти тут какие-нибудь зацепки.
Эти порошки были оставлены моими родителями. Я никогда ими не пользовался раньше, поэтому не знал дозировку. Я очень боюсь. Но пути назад нет. Я могу двигаться только вперед. После этого я продолжил поиски зацепок в квартире. Исходя из тех книг и записей, я узнал, что старик говорил правду. У твоей бабушки действительно была древняя книга. В ней были записи о фэншуй, ритуалах захоронений и методе выбора места для захоронений. Я искал всю ночь, но так и не нашел эту книгу. Внезапно я вспомнил о главе нашей строительной бригады. Он тоже был сильно заинтересован в таких вещах. Опять разбитый чесноком воняет. Я боялся, что он уже нашел книгу во время стройки. Приятель, я же простой экскаваторщик. Все, что нахожу, продаю из-под полы. И тогда я решил присматривать за ним. Как мне работать дальше с подпорченной репутацией? Но я не ожидал встретить тебя. Можно спросить? Вы из местных? Я, возможно, тут жила. Кан, попроси Джуна отвезти ее туда. Когда я услышал, что кто-то ищет семью, первой мыслью было бежать. Но я не хотел все просто оставить. Поэтому решил рискнуть. Не вы ли? Его написали. Когда увидел, как ты достала письмо, убедился, что ты ничего не знаешь. Но твое решение остаться стало большой проблемой для меня. Я не хотел тебе навредить. Поэтому единственным выходом было заставить тебя уехать. Не надо провожать. Джун, уже поздно. Будь осторожен на дороге. Я уже привык. Иди в дом, на улице холодно. Хорошо, спасибо. Пока. Спокойной ночи. Я уже хотел сдаться. Но подумав о своих пропавших и неизвестно живых ли родителях, я решил рискнуть. Thank you.
там? Кто там? Кто ты? Отстань от меня! Убери от меня свои руки! В тот момент я понял, галлюциноген начал действовать. Я сделал уже все, что нужно. Я поделал урну и сертификат смерти. Думал, ты испугаешься. Поэтому я вернулся и продолжил поиски книги, но все напрасно. Поэтому в конце... Я решил расспросить единственного, кто знает правду. Бабуля. Я не хочу вам навредить. Я знаю, тут где-то спрятана секретная книга. Вы можете сказать, где она? Фуй! Мои родители точно бывали раньше в поисках книги. Но я даже не знаю, живы ли они. Прошу, просветите меня, что тут происходит? Не трать на меня свое время. Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Если это так, не вините меня, что я вас не предупреждал. Вы знаете, что девушка у меня. Она может быть единственным потомком вашей семьи. Если не признаетесь, не вините меня. Если ты посмеешь тронуть ее, клянусь, что выслежу тебя даже после смерти. Есть кто-нибудь? Прошу, ответьте, если кто-то тут. Дверь не заперта, поэтому я вхожу.
Бабуля? Бабуля? Бабуля, вы вернулись? Ладно. Я рассказал тебе все. Теперь ты веришь, что я не с боссом? Судя по его виду сегодня, кажется, он не нашел книгу. И даже не знает о ее существовании. Откуда нам знать, что ты говоришь правду? Это правда. Это вы все время врете. Если вы не знали ничего, почему подкинули фото госпожи Су в сумку? Если уж признаваться... Я знаю лишь, что 20 лет назад двое людей требовали один предмет от моей госпожи, но она отказала им. Из-за этого они поссорились. В конце они разошлись, так и не придя к согласию. Пару дней спустя я взяла ребенка на вакцинацию, но как только я оделась, ребенок исчез, стоило мне отвернуться. Мы искали везде, но тщетно. На следующий день госпоже позвонили с требованиями. Кто-то хотел выкуп за ребенка. Госпожа долго вела с ними переговоры, но у нее не оставалось выбора. Тогда она позвонила в полицию. Однако после этого ни о грабителях, ни о ребенке мы больше не слышали. Только пару месяцев назад госпожа увидела в газете твое интервью. Какая жалость. Жаль, что госпожа не смогла дождаться твоего приезда. Бабуля. Что они планировали? Сделать с маленькой девочкой. Я не знаю. После случившегося госпожа об этом не говорила. И не разрешала нам Почему? 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 И где она? Где она? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Я не злодей. Я просто хочу знать, где мои родители. Живы ли они? Разыскивая эту древнюю книгу, они могут рисковать своей жизнью.
Поэтому я должен найти эту книгу, даже если они мертвы. Я сожгу книгу для них. Извините, а Сумейки тут? А кто вы ей? Ох, она моя коллега. Откуда вы знаете, что она тут? Она рассказала. Ее тут нет. А когда она ушла? Вчера. Вчера? Почему она не сказала мне? Я ей много раз звонила, но она не отвечала. Я тоже не знаю подробностей. Позвоните еще раз. Подождите. Позвольте мне войти и посмотреть. Если это ее настоящий дом, юридический отдел компании займется всеми формальностями после полудня. Хорошо. Почему тут такой беспорядок? Было ограбление. У меня не было времени прибраться. Я просто охранник. Еще плохо знаю тут все. Где члены ее семьи? Раньше тут жила бабушка, но она была госпитализирована. Чем занимается эта семья? Почему в гостиной гроб? Я просто охранник, и я не знаю деталей. Может, они культуру изучают? В любом случае, я не знаю. Возвращаюсь назад. Пожалуйста, не уходите после полудня. Юристы приедут все оформить. Хорошо. Как странно. Почему мобильный Мэйки тут? Может, она забыла его? Оставила тут. Мэйки, как всегда, такая забывчивая. Я придержу его для нее. Хорошо. Тогда я пойду. Хорошо. Госпожа, что такое, бабуля? Госпожа,
Я внезапно вспомнила. Перед своей смертью госпожа все время указывала на подсвечник. Кажется, она хотела многое сказать. Но до самого конца так ничего и не сказала. Бабуля, та древняя книга как-то связана с подсвечником? Смотри, в этом рюкзаке только ценности. Но они все не то, что мне нужно. Чего ты хочешь? Я хочу знать, где мои родители. Почему я ничего не знала о них все эти годы? Я рассказала все, что знала. Тогда кто знает? Боюсь, что никто. Значит, тайна этой древней книги уже унесена в могилу? Я из строительной компании. Я пришел, чтобы передать этот дом, сдан в аренду. Когда вы Бабуля, поторопись! Осторожней! Быстрей! Бабуля! Стойте! Ключ тут! Говорил же, что не обижу вас. Я не злодей. Но не вынуждайте меня. Спрашиваю последний раз, где спрятана древняя книга? Даже если ты нас убьешь, я ничего не знаю. Хорошо. Если так хотите, я сожгу этот дом. Ты безумец! Безумец? Да, я сошел с ума. Больше 20 лет я был зол, потому что мои родители пропали. Ты знаешь, какой была моя жизнь эти 20 лет. Хуже, чем у собаки. Моя жизнь хуже, чем собачья. Из-за этой древней книги мои родители бросили меня. Им и на своей жизни плевать. Почему? Мне нужно объяснение. Мы ничтожны жизни. Можно, а? Хорошо. Я скажу тебе. Госпожа, не говорите ему. Не позвольте плохому человеку взять эту книгу. Я верю, что Джон неплохой. Я могу понять его. В детстве в приюте я всегда безнадежно спрашивала себя,
Почему моя семья отказалась от меня? Почему бросила? Годы спустя я поняла. Неважно, по какой причине они меня бросили. Я от тебя отказаться не могла. Так или иначе, я жила нормально. Так что, Джун, я могу сказать тебе, древняя книга, которую ты ищешь, в этой комнате. Я могу тебе показать. Госпожа, бабуля, не вмешивайся. Нет ничего важнее нашей жизни. Джун, если я отведу тебя туда, ты отпустишь нас? Ты веришь мне? Верю. Оккультная техника поиска дракона. И из-за этого распалась моя семья? Госпожа, бегите! Бежим! Он не должен забрать книгу! Стоять! Скорей! Бежим, госпожа! Госпожа, бежим! Бабуля! Бабуля! Отдай ее мне! Бабуля! Отдай! Отпусти бабулю! Отпусти ее! Ты можешь навредить бабуле! Отдай ее мне! Отпусти ее! Отдай мне книгу! Бабуля, отдай осторожней! Ее мне. Отпусти бабулю! Ты? Почему ты тут? Я знаю твою скрупулезность. Ты бы не оставила мобильный. Бабуля! Бабуля! Бабуля, держись! Бабуля! Дитя! Вот! Какая жалость! Теперь ты только в светской хронике мелькаешь. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы рассказать ту шикарную историю публике? Она могла бы попасть в заголовки. Эй! Не сваливай мне проблем на голову. Пожертвовав антиквариат компании, я подписала соглашение о неразглашении. Ты и вправду пожертвовала их? Да. Шепнешь по секрету, что в той книге? Я так и не прочла ее. И не сказала бы тебе, даже если бы прочитала. А не думала снять фильм о пережитом? Он мог бы стать популярным. Вообще-то я больше никогда не хочу говорить об этом. И не хочу беспокоить свою бабулю. Как твоя бабушка? С ней все хорошо. После выписки из больницы заберу ее домой и отблагодарю. Госпожа Су, к вам пришли. Лян Джун был схвачен нами. Теперь полиция знает всю историю. Вы так и не узнали, где его родители? После того, как полиция обнаружила это дело, родители Лян Джуна побоялись раскрывать свои преступления, поэтому они забрали вас и сбежали. В результате случился несчастный случай, родители Лян Джуна умерли, потом вас отправили в местный детский дом. Из-за ограниченности системы регистрации тех времен, полиция не нашла у трупов никаких свидетельств. Поэтому дело закрыли без разбирательства. Это вся история. Что вы еще хотели бы узнать? Ничего. Вы очень помогли. Лян Джун просил передать это вам. Согласно правилам, мы просмотрели содержимое. Надеемся на ваше понимание. Госпожа Су, я не хотел беспокоить вас. Но после того, как полиция рассказала мне всю правду, я решил поговорить с вами лично. Простите. Я не хотел молить вас о прощении. Просто надеюсь, что это все не сильно повлияет на вас. Помню, вы сказали мне, что я найду своих родителей. Я и правда нашел их.
Но не думал, что они правда окажутся расхитителями гробниц и похитителями детей. Вдруг 20 лет моих страданий стали их виной. Люди говорят, что расхищение гробниц навлечет кару. И кое-кто напомнил мне, что расхищая гробницы, теряешь достоинство. Кара настигла моих родителей. Это причиняет боль мне и даже вам. Но вашей вины во всем точно нет. Знаю, что не в моих силах что-то исправить. Я желаю, чтобы вы были счастливы. Всегда. Алло? Это госпожа Су? Говорят, у вас есть секретная книга, и я хочу поговорить с вами.